Ведьмы, которые ломанулись сюда, кем они здесь, чем стали и с каким багажом пришли. Это нужно понять, почему у врага получалось то, что получалось. И как с этим взаимодействовать и противодействовать. Ведьмы прилетели сюда, сколько долетело, чем они стали, что принесли, чем дополнили рой нынешний. Да, похоже, все, что связано с ритуалами жертвоприношения, это их энциклопедия. Да, и смотри, как они этому обучали, передавали. Все-таки смотри, какие ритуалы еще были в том мире, они делали. Чем они спас заменили? Я думаю, уже понятно, но все-таки расскажи. А что, тут адренохром. Конечно. Механизм тот же, выпить силу, потенциал. Что дальше делали, смотри. Они как постверховные жрицы в этих масонских ложах, краевых структурах. А смотри, кто ее занимал. Или занимает. Когда все это началось, вот когда они только прибыли сюда, что это, кто это? Лет назад. Они когда упали до хрена, где проросли, ну, комфортнее всего им среди евреев было. Там женская доминантная по культуре передается, и они как в своей тарелке были. Вот смотри, где они были, как свои тарелки? Где передача по, скажем так, доминированию через женщину? У евреев? Да. Иудеев, скажем так. В Талмуде написано. Ну, Талмуд-то потом придуманный, как и все религиозные опусы, эпосы. Нафантазировали, но многое заложили. И кем они там стали, смотри. У иудеев эти души, сознание.
Как темными жрицами, но не только иудеев, у негров тоже. Смотри, сколько их прибыло. Где? Ну, я тогда видел, кувыркались, ну, может, немногим больше десятка. Угу. 12 колен Израилевых. Да? По одной на каждую нать. Смотри, как они начали что основывать. Что-то вроде по аналогии с великими домами Дюны. Там, в том мире. Империи. Ну, соответственно, зная вот это, вот будем знать, как с этим, что делать сейчас. Смотри. Аналогии, соответственно, как расформировать что. Я уже устал. Я уже ничего не вижу, Все. ничего не понимаю. Ты уже из меня выдавливаешь, и мне уже Да. так хреново из-за этого, что, блядь. А вот смотри, а как усталость связана с агрессией и неприятием? На войне усталые бывают? Бывают. Это вызывает агрессию. Да, там можно рядового выцепить, навалить ему пизды, придумать ему какое-то обвинение, идти спокойно дальше, понимаешь? Так вот там это происходит. Это ритуал, Увидел, не смотри, понравилось, что у ты него сапоги грязные. перекидываешь Напихал ему по самое не хочу. перекидываешь карму. Смотри, ты перекидываешь негатив. Это традиции. Это традиции. Это не те традиции. Вот это традиции, перенесенные оттуда. Перенос чего? Вины, энергетики, сливания. Вот это вот. И забирание позитивного потенциала. Там это хорошего. немножко по-другому выглядит. Это зарядил. Но принцип тот же, да. Энергетикой Да. дополнительная, чтобы боец стойкость получил. Слил свою и забрал чужую. Смотри, тот же самый ритуал, суть. Что разбирали. Ну, наверное. Угу. Вот откуда у тебя такой автомат на этот ритуал? Через кого получен? Когда? Да, пришел ответ, верно? Через руим. Ты даже лицо вспомнил. Нет, той мадамы. Ты таким не был во время войны. А потом стал, смотри. Да еврейка, сука. Угу. И вот они как перекодируют. И мужиков, и всех на этот вот ритуально-вампирский менталитет. Просто неким контактом и заливом нового софта, как мы сейчас новый залили, хороший, а вот они. И вот смотри, как это разрулить. Соответственно, показываешь доктору, диагносту, чтобы они это меняли, отматывали, чистили. Обучай. Я увидел, как она это делала, и я. Вот тебе, наконец, еще один ответ, как это все связано. Вот для этого нужно все предыдущее увидеть. Попробуй всю картинку видеть. Весь лес. Ни одно дерево. А не знаешь, это когда есть доступ в постель, когда человек да. спит, доступ к ментальной сфере. И она да. там, что хочешь, может делать. Да. Много колдуний так магичат. Когда мужика делают кольцо, сферу, замыкают на себя, вот она у тебя проявляется сейчас это все. Когда ты чувствуешь их энергетику, ты раз окуклился и поперла агрессия на меня. А это их же программы защитный контур. Да. И вот тебе ответ, почему я тебя туда тыкаю. А все-таки тыкать надо. Надо. Поэтому всегда смотришь, откуда идет агрессия, и работаешь сам, убираешь и говоришь, если что. А вот теперь иди навстречу агрессии, наоборот. Вот где больше недовольства, усталости, агрессии, там говно и спрятано. Работай. И с иудейками работай.
Ты не записываешь сейчас? Записываю, конечно. Только я вырежу, что еврейка сука, и все остальное. Это все много ответов. Не факт, что это пойдет куда-то, но это надо. Чтоб мужики тоже знали. А еврейки, суки. Да. И вот откуда это все идет. Это я даже скажу словами господина Шарикова. Мы душили, душили, как душили. кошек-то. А вот теперь смотри, сколько поколений это все отрабатывалось. Почему и как это принесено все сюда. И применено здесь. Ты знаешь, зерно до нашего поражения было посажено. Здесь. Ты про наше Когда... поражение какое имеешь в виду? Которое из... Которое из наших поражений ты имеешь в виду? 200 лет назад. Да, естественно. Здесь тоже были предатели. Угу. И предательницы. Бабы, которые были на связи, извращенные с вирусом. Ларри Кинг умер. Да ты что? Молодца. Работает. А мистер... Работает. А мистер Емельяненко коронавирусом заболел. Не отвлекайся. Листопад продолжается, все нормально, все по плану. И что, потерялся? Что надо делать, бля? Кого надо бить? Себя. По голове. Антивирусной битой большой. Битой большой? Да, а потом тех мадамов, которые этот вирус разносят. Показываешь диагносту, цель и что делать. Какие программы убирать, как они работают. Соответственно, доктор то же самое. Как работает? Они подчиняют через ментальную сферу. Это вот, рабство. Вот, вот, это вот. Паразитизм. Вот, вот, вот. Поэтому давайте позовем атлета. Вон, да? Давай. Атлет. Как он будет выглядеть у нас? Спортсмены, да, вот и посмотришь. Он будет меняться. Ну, я мужиков не люблю, а женщину атлета тоже не люблю, ты наверное. Готовить не умеешь. Нет, это именно мужик атлет по-прежнему. Спортсмен. Пришло. Показываем. Да, как скажите, один из вариантов, он такой в кепочке со свистком. Угу. Тренер уже просто. Он менее накачанный, он такой, но спортивный, но. Уже больше тренер. Я бы сказала физрук. Ну, физрук, о, да, тренер. Физрук, да. Пойдет. Физрук хорош. В синем таком спортивном костюме. Бело-синем. Прям тут полоски да, такие. Да, да, да. Пусть он вливается в прежнего атлета, становится им и делает все то же самое. Берет биту из-за неспортивное поведение всех по доске. Молотит. Да, да, да. Тренер имеет право по жопе надавать. Ой, да, я вспоминаю своего. Снова отвлекаешься. Библиотека просто лезет. И я прожил это не выбросишь из песни слов. Сейчас это зачем? Ну, лезут образы, куда же их девать? Ты как? Там же, вот куда ты надо девать? Делай тогда слив, если уж они лезут. И куда-нибудь. Угу. Хорошо, пусть валяются, может кому пригодится. Да, да, да. На благое дело, на благотворительность. Каждый раз, когда мы работаем, делаем что-то новое и программируем,
ты заливаешь то не то, что нужно, это мягко говоря, в новый образ. И он сейчас будет по новым лекалам, по этому говну действовать. Ну зачем это надо? Мы наоборот давай чистая удалить, на уровне идеи. Так уже не зашьешь впервые порванное. Все-таки убирай библиотеку. Пусть и учитель ее форматирует. Вот покажи. Вот дай ему задание, потому что меня жаба задавит, и я что-то спрячу хорошо от них. Вот, дай хорошо ему задание. Дал. Тебе это не жалко мою библиотеку, а мне жалко. Видишь, понимаешь, как это работает. Ты прям как вцепился всеми четырьмя лапками и хвостом в нее. Я так отдай коробочку эту. Там, знаешь, любимая. Пока любимый гербарий такой вот у школьника. Пока я готов забирать. Листочки такие засушенные, цветочки. Память. То есть ценности никакой, ноль вообще. Ну вот как память. Это для тебя. А я ж, наверное, что-то вижу, раз отдавать не хочу. Да оно и не уйдет. Просто зачем оно лезет? Это ж информация. Высохшая, ненужная. Ладно, все, я понял. Хорошо. Ой, Семёныч в кепочке, в синем костюме, с белыми лампасами. Да, наложи. Вот, кстати, пошли его Семёнычу. Пусть Семёныч как раз-таки впитает на энергетике, станет носителем, духом. И пусти его в прошлое, весь советский спорт. Пусть работает и в прошлое, и в настоящем тоже. Сбитый ходит, в кепке бейсбол учит. Иногда и огребает кто-то. Вот смотри, вампирит это не спортивное поведение, показывай. Угу. Разбомбить. Угу. Отлупить битый. Те допинг получают, это неправильно. А эти спортсмены обессиливаются. Вперед. Какие те допинг получают? Ну кто вампирит? А. Получают допинг, а, вампирит. Да. Да, он понял. Режим спортивной справедливости. Угу. Честно, да. Соответственно, у всех своя энергетика. Он еще подкачивает свои чистый, синий. И распространение. Все то, что предыдущий тренер делал. Атлет, он идет по его пути. Свое вот его пространство. Видит больных, зовет доктора сразу. Ну да, почти всем соответственно, доктор. Соответственно, если женщины берут, вот так вот блокируют, корявят энергосферу, то они сами получают. Это вампиризм. Они огребают. Он разрушает эту энергосферу, отбивает битые все привороты и прочее. Реально колотит. Пока мягкий вариант, пока без воина. Обойдемся. Они хотят мужика в этот орган засунуть полностью, чтобы вампирить. Он туда биту засовывает и затыкает.
Бита иногда становится электрошокером для стимуляции. Прям покажи ему, что иногда подгонять лучше тычком энергетическим. Прям что-то насквозь прошибло. Прям какой-то не универсальный Семёныч. Да, нормальный Семёныч. Ты чё, бегает, подгоняет. Улучшенный вариант. Примерно. Бодрит, с утра будет, всех поднимает, прям наполняет подъем. Люди просыпаются, сразу зарядку чтоб делали. С символом цельнозора, так вот, на курточке, на кепочке. Тяжело, но пошел. Соответственно, процесс жертвоприношения это не спортивно. Пусть вот все процессы ходят и снова отбивает руки всем тем, кто не спортивно себя ведет. У нас перезагрузка. Начинаем с нуля, с первых сеансов. Просто забиваем эфир энергетический, информационно-квантовый, рою. Пусть берет энергию тех, кто вампирит. Вся навампиренная энергия ему. Кому? Атлету, Семёна? тренеру забирает, да. А он как должен с ней распоряжаться, какие инструкции? Себе и всем. Тем, кому нужно. Перераспределение зоопарка квантовому. У Роя забирать можно все. Да и не нужно ему ничего. Просто пусть выливается. Пусть порядок наводит. Угу. И зовет судью сразу. Показывает, пусть штрафы выписывает. Желтую карточку раздает. Тот весь заваленный в делами, тут еще две комнаты папок добавилось. Судья. Он там пишет, да. Не может справляться. Нормально. Пусть ему милиционер придет. Мон, давай вызываем. На помощь судье, на исполнение приговоров. На поиск информации, на арест, обездвиживание преступников. Это какой-то Шарапов пришел, слушай. Угу. Такой кеп тоже худой, такой, но такой серьезный прям. Да-да-да, я же говорю, Шарапов. Угу. Серьезно, его не пронять. Взятку не возьмет точно. Mm-mm. Идейный. Упертый, да, молодца. Показываю, пусть помогает. Информацию получает от биты, от тренера, от судьи, от диагноста даже. Пошел работать, как веер такой, птух, размножаться. Хорошо. Пусть волна идет,
отдохнем. Перерыв.